Нужно поправить здоровье. Как часто вы себе это говорите? Постоянные дела, нехватка свободного времени. Вам это знакомо? Санаторий Чувашия курорт – то, что нужно. Вам не придется ехать за город и бросать повседневные занятия. Здравница находится в северо-западном районе Чебоксар. Уникальной особенностью этой здравницы является грязь. Грязь сапропелевая, которую мы добываем из озера Кагаяр. Оно расположено в экологически чистом районе Заволжья. Следующая особенность нашей грязелечебницы является высокоминерализированная вода, которую мы добываем из собственной скважины, которая расположена на глубине 800 метров. Санаторий предлагает широкий спектр оздоровительных услуг. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой нервной системы, кожных заболеваний, органов дыхания и пищеварения. На выставке «Регионы. Сотрудничество без границ» некоторые процедуры можно было попробовать. Я приехал сюда из Саратова и увидел на выставке вот этот замечательный уголок «Жемчужина Чувашии». На самом деле это «Жемчужина Чувашии». Та техника, которая позволяет нам вновь быть здоровыми – ну, это чудо. Зачем ездить на юг, когда здесь все это есть? В августе этого года санаторию исполняется 35 лет. В 2016-м здесь прошла реновация. Отремонтировали номера и лечебное отделение. Закупили новое оборудование. Все это в комплексе позволит не только сохранить здоровье, но и укрепить здоровье. И вообще на сегодняшний момент основой для укрепления и сохранения здоровья является все-таки не медикаментозные методы лечения. Это использование природных факторов. И все эти факторы есть у нас в санатории «Чувашия курорт». Еще один плюс – санаторий работает с 8 утра и до 8 вечера. Полечиться можно до или после работы. В грязелечебнице действуют акции. Для пенсионеров 10-дневное лечение, питание и проживание обойдется всего в 15 900 рублей. Для школьников во время каникул работают спецпредложения.